Пловинг – это забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором различного мусора. В городе Жердевка стартовало первое подобное мероприятие, которое прошло на территории Горелого леса. Администрация Жердевского района совместно с ЭКОКОМ Сервис выступили организаторами данного забега. Открыли соревнования глава администрации города Жердевки Николай Каширин и директор общества с ограниченной ответственностью ЭКОКОМ Сервис Владимир Полин. Хотелось бы сказать, что это очень прекрасное мероприятие. Мы живем, растим детей здесь, убираем город. Территория, где мы купаемся, это наша любимая река Савала. И здесь все проводим время на пикниках, и давно не убиралось. Проведем позитивно наше время, получим хорошее настроение, пообщаемся. Всем, конечно, сегодня побольше собрать мусора. И всем просто хорошего дня. Ну, мне бы хотелось бы, чтобы, глядя на вас, и другие жители нашего города принимали активное участие в уборке нашего города. Ну а вам хотел бы пожелать сейчас победы, приятного времяпровождения, и всех победителей сегодня ждут награды. Удачи вам! Пловинг возник в Швеции в 2016 году, как один из видов организованного спорта, и быстро распространился по разным странам, по большей части через социальные сети. Он набирает популярность, поскольку сочетает в себе одновременно физическую активность и заботу об окружающей среде. За счет того, что в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор и снова бежать дальше, пловинг представляет собой более разнообразные тренировки по сравнению с обычными пробежками. Всего в забеге участие приняло 6 команд, которые с огромным интересом участвовали в новом для них движении. Участники плогинга проявили себя с ответственной стороны, одновременно сочетав в своем забеге внимательность и скорость. По окончанию конкурсного этапа стартовала церемония награждения победителей и призеров. Среди 6 команд заняли первое и второе место студенты Жердевского колледжа сахарной промышленности в составе 2 команд. Команда доверия и объединенная команда поискового отряда наследия и патриотического клуба Гюрза. Третье место заняла вторая команда Жердевской средней образовательной школы здания номер 1. В ходе всего состязания суммарно ребятами было собрано 0,5 тонны мусора. Мероприятие очень хорошее, мне очень нравится здесь. И собирать мусор это очень полезно для нашей природы и для нашего района. Лично мне мероприятие очень понравилось, потому что нам приносит очень большую пользу нашему лесу. И это активная жизнь, потому что мы бегаем, ищем, и можно сразу понять, что мы команда, потому что мы работаем командой. Мы всегда вот кто-то нашел мусор, один подбежал и помог ему. У кого-то пакет порвался, он помог. И это очень сближает нас и сближает окружающую среду. В последнее время люди совершенно перестали заботиться о экологической ситуации в стране. И с помощью таких мероприятий мы делаем наш мир чище и сохраняем природу в ее первозданном облике. Сегодня проходит замечательное мероприятие. Хочется оценить то, что наша молодежь находится не только на свежем воздухе, но и приносит огромную пользу, огромный вклад в нашу природу. Хотелось бы всех жителей нашего района и ближайших районов призвать, чтобы убирали за собой мусор и тоже держали нашу экологию в порядке. Беги за свой вклад!